Всем привет, продолжаем гулять по моему маленькому городку Петербург, называется Гороховая 24. Первым владельцем этого участка был трактирщик Исаия Петрович Нордштейн. В 780-х годах здесь уже стоял каменный дом, который принадлежал содержательнице карточной фабрики Анне Депон. В 1704 году дом принадлежал действительно статскому советнику Егору Тозерберху. Но потом сменились несколько владельцев. Был во владении Михаила Гусятникова, Василия Прилуцкого. В 1833 году в доме снимал квартиру Иван Алексеевич Рупин, знаменитый певец, композитор, учитель пения, выходец из семьи крепостного крестьянина. Кстати, он автор известнейших песен «Вон мчится тройка удалая». Помните, вот «Мчится тройка удалая по Волге матушке реке». Потрясающе, да, вот человек жил. А также он автор песни «Не шуми, мати, зеленая дубравушка», «Ах, не одна-то в поле дороженька». Ну, ему известный человек. С Рупиным были знакомые, дружки, относились к нему петербургские литераторы, музыканты. В его квартире бывали Пушкин, Дельвик и Глинка. Вот какой дом, да? Сколько здесь людей бывало интересных. В 1840 году двухэтажный дом принадлежал уже Ивану Дмитриевичу Черткову, для которого архитектор Пель надстраивает двумя этажами дом со стороны Гороховой улицы и третий этаж в доме на канал. В 1850 году дом переходит по наследству к Елене Ивановне Шуваловой в первом браке Орлова-Денисова. Это дочь Черткова и Елены Григорьевны Строгановой. Мать Елены Григорьевны Черткова-Строгановой – это Трубецкая. В доме размещались мясная свечная лавка, чайный часовой магазин, парикмахерская, позолотная мастерская, портерная, дудрина. А портерная – это питейное заведение продажи портера крепкого темного пива, как вот говорят в Википедии. Здесь также были литография Гедликсена и типография Этингера. Также был магазин молочных продуктов Сумароковых, ювелирная мастерская Бланка и аптека Пеля. Сын основателя деда Василия Пеля, Оскар Васильевич Пель, жил в доме 24 по Гороховой и держал аптеку. Он родился в Санкт-Петербурге в семье известного провизора, владельца сети аптек Василия Васильевича Пеля. В 1875 году Оскар поступил на подготовительное отделение Петершуле, но уже через год родители перевели мальчика в гимназию Мая. Ген проучился полных 8 лет. Окончил гимназию, поступил на подготовительный курс Рижского политехникума, специализировался на кафедре химии. Работал химиком на перекселиновой пороховой фабрике морского министерства. А в 1896 году перешел в семейный бизнес аптечный. А в 1899 году он открыл собственную компанию, стал владельцем сети аптек «Фридландер». Главная аптека размещалась на Петроградской стороне у Каменного моста. Это данные очень хорошего ресурса по нашему городу, сети «Волос». И некоторых других интернет-изданий пришлось немножко покопаться. Тут ссылки на разные книги были. Вот, в частности, ссылка на книгу Гороховая. Оскар Васильевич Пель скончался в 1917 году в Петрограде. Обстоятельства его ухода и жизни неизвестны. Кстати, в 1897 году домом владел спичечный король Василий Алексеевич Лапшин, тот человек, который производил шведские так называемые безопасные спички. В 1888-1894 годах владельцы дома дочери Шуваловой Баритинская и Голицына. А в 1897 году дом уже принадлежал знаменитому спичечному королю Василию Андреевичу Лапшину. Ну вот примерно так вкратце о доме номер 24 по улице Гороховой, о его обитателях и владельцах. Все, что мог найти в интернете, нашел. Все, всем пока, всем привет, до свидания. Гороховая, дом 24. Пока-пока.